мощные? Мощные, поскольку я не могу сказать. С чем это можно сравнить? Как, насколько сильно было? Ну, то, что мы думали, что на стройке что-то упало. Упало вот, на рынке. Опора какая-то упала. С одной волной стекла выбило? Ну вот выбило у нас тут в подвале. Мы тут подвал снимаем. Но там ничего. Мы с той стороны работаем. Там ничего. Да, ну окна дрожали, не дрожали. Дрожали. Насколько это сильно? Ну, вот, сильно. С чем можно сравнить? Ну, с взрывом можно сравнить. Потом узнали, что вот взорвалось. Все машины, все сигнализация. Не выходили сразу после взрыва? Выходили. Но не было ничего... там пострадавших? Нет, нет, нет. Мы туда не ходили, мы выходили там. Спасибо.